Это, по-моему, опять какая-то бурда. Смотрите, Ну это невозможно есть. Я сказала. Что ж такое? Да что ж такое? Бурда! Какого навара? Требуха! Нет, требуха! Ну, знаете, а я сейчас задумаюсь, а что ж такое, а? Вон он, девоньки! Держи! Выходит. Негоже, Трофим Григорьевич, совсем негоже. Уборочная в разгаре, а тут еще про еду думает. Да правильно, ну что вы, что девчата, это такое, а? Дед слива кошеварил в кавалерии. Ой, от его кошеварства у девок рот на бок сводит. Ну вот что, Трофим Григорьевич, либо подавай нам стрепуху, либо сам становись за плиту. Расшумелись. Слова не дадут сказать, ну. Будет стрепуха. Поехали. Кто такая? В какой станице? Да когда будет? Завтра с утра будет стрепуха. Тебе помочь, а пиво.
красота. Что? Во. Не пройдет. Не пройдет. Чего? Пари держу. Спокойно. Каша? Каша. И сало в ней есть? Нет сала. Одни маслы. Ну, сало не сало, вообще подходящее. Для тебя не подходящее. Что? Я ж, между прочим, холостой. Оно и заметно. Да? Знавал я в молодости одну кобылку. Я хоть и не кованая, но если подвернешься, зубы придется собирать по одному с земли. Понятно. В общем, так. Мы с тобой не беседовали, меня здесь не было. Понятно? Ну, как? Сельпо. Ну? Тундра. Ты что это такая серьезная? С тобой по-хорошему, душевно. Только за душу норовить и руками ухватиться. Ну, тебя что, обидел кто? Он еще в проекте значится. А, ну смотри, достанешься ты кому-то. Кому бы досталось, на руках бы носил. Во-во, поносил бы да выбросил. Перинку подстелил, что побоим лечь. Угу. Э, душа. Мое дело за плитой глядеть. Ну что ж, может, оно, конечно, и так. Пусти, не твоя забота. Да ладно, давай с пруда принесу. Пусти, да говорю. Да давай принесу. Серафим, ты чего стрепуху забежаешь? Проходу не дают, юбошники. Э, ты слушай. Где это вы ее такую выкопали? Так как она тебя назвала? Ну, обязан я всякую клевету запоминать. Я извиняюсь, юбошником. Отдохни. Ты, Григорий, что, Сереж, что ли, я брехне поверил? Поверил, не поверил, а за одну душку держались. Ну, теперь не иначе алимент платить придется. Ну, вот что, хлопцы, вы павлину не забежаете. А тебе, Серафим, нужно особо себя блюсти. Предупреждаю, ты Галину не тревожь. Григорий, ты что? Во-во-во. А уж стрепуху совсем обходи. Она что, фарфоровая, что ли? Фарфоровая. А вы же ее характера не знаете. Она что, может побоище устроить? Ну да. Ты думаешь, почему здесь объявилась? Ну. Она у себя одного комбайнера, а половником в состоянии инвалидности привела. Красота. Это с чего бы? А вот именно с чего. Тоже, наверное, к ведерку потянулся. Но думают, раз вдова, так уж. Вдова. Вдова. Эх, вы орлы. Девке 24 года. Хлебнула горюшка. Встретила доброго хлопца. Свадьбу сыграли. А в прошлом году потонул он в Кубани. Судорога, что ли, ногу свела. Одним словом, погиб парнишка. Так что вы, хлопцы, к ней повнимательней. А чего ж ты хлопцам не наливаешь? Не просит. Налить, что ли? Ну, если только самую малость. Устроилась как, бабушка? Не тесно у Варвара-то? Спасибо, Трофим Григорьевич. Не тесно. Смотри, она девка с характером. Нам нечего делить. Закончим уборочную. Хат тебе поставим. На что она мне? Поживу у Варвары, пока мужик ее с армии вернется. Спасибо. А там видно будет. Ну, можно и так. Спасибо. На здоровье. А тут тебя никто не забежает? Да что, Трофим Григорьевич, разве позволим? Если б вам позволили, так и вы позволили. Не забежай, Трофим Григорьевич. Пошутила я давеча. Хорош. Может, еще? А нет, спасибо, бабушка. Мне к полеводам взглянуть надо. Пчелка, подбрось-ка меня до бригады. Уже.
вдова, ничего, Трофим Григорьевич. Ладно, поехали. Ты что ж, обиделась на меня, что ли? Я ведь ничего такого. Да и я ничего. Извините, Серафим Иванович. Сказал, сама не знаю зачем. Есть, конечно, люди, которые не понимают женскую душу, а должны. Только ты не подумаешь, я чем там, я ведь так, в смысле, ну, в чистом смысле. Андрей, увидишь Серафима, скажи, что после смены меня дожидался. Да как где ж я его увижу? Мы с ним поврось работаем, я у комбайна, а он на полевом стане. Где? Где? Возле стрепухи околачивается. А? Вы, конечно, симпатизируете Галине Дмитриевне. Она мне тоже, но это другой разговор. В общем, так, ежели там кто к тебе чепляться будет, ты мне только слово скажи, и все. Договорились? Да вы знаете, мужская дружба с бабей – тяжелое дело. Ну? Это на сладкое, что ли? А, Галя, а мы тут разговаривали, объяснили, значит. На объяснение тоже место находить надо. Каша-то подгорела. Ваша правда, Галина Дмитриевна, огонь сильный, соломой топлю. Солома горит жарко, да сгорает быстро. Солома, она, конечно, не антрацит. Чем кормишь? Что утвердили? А грязище-то развела, а? Вытирала только. Степь пылюга летит. Как? А соли-то в борщ набухала. Ну, ты зря, борщ хороший. Тебе, что ли, понравился? Да будет тебе, Галин. Женщина первую неделю в бригаде. А тебе откуда известно, что она женщина? Галя. И что ты здесь возле плиты-то околачиваешься? Да что ты мне допрос-то учиняешь? Кто я тебе? Ты что здесь наработала? А мне трудно вам перечить. Я младше вас. Да ты своими годами не хвались. Куда они как дождь. Идут, идут, да и проходят. Угу. Чего он тебе тут говорил? Да ничего особенного. Да ты брось глаза-то прятать. Сказал, что любит. Кого? Да меня. Что на завтра готовить? Может, рагу? Да откуда ты такая взялась? Из Каневского района. Да кто ты такая? Так вы же сами стрепуху просили. Так ведь то ж стрепуха, а ты-то кто? А я и есть стрепуха. Сказала бы я тебе, кто ты есть. Скажите завхозу, пускай картошки пришлет. Ха. Не пойму я. Ты в самом деле дурочка? Или прикидываешься? Гражданочка, бригада Серафима Чайки тут располагается. Здесь. Ты. Я. Жеребец.
Тебе что, там не хватило, сюда явился? Хватило. Поверх головы хватило. Зачем явился? Ты думаешь, мне жизнь была после побоища? Девки смеются, со вдовой не справился. Ребятишки игру изобрели в казанца. Это как же в казанца? Завязывают глаза и бьют одного прутьями. А тот должен отгадать, кто ударил. Ну, кого лупят, тот и казанец. Сотворила ты мне известность на весь район. Мало тебе. Руки б надо было перебить. Дорого бы обошлось. Пришлось бы в иждивенцы брать. Нужны мне иждивенцы без руки. А тебе с руками нехорошо и без рук плохо. Да никакой ты не нужен. Был человек, а вы все как репьи в поле. Кто поближе, к тому и чепляетесь. Дело прошлое, как говорится. Но, между прочим, я любил тебя, Павушка. Сказать не успел. Огрела половником, все слова заглушила, все перепуталось. А ты б сначала слова сказал, а потом бы руками тянулся. Я б, может, и подумала. Правда, Павушка. Остынь, Степан. Но! Я просить тебя хотел, Павушка. Ежели кто узнает, что ты на моей голове половник разломала, меня же смехом изведут. Уборочная в разгаре. Подзаработать надо. А любовь все одно прошла. Прошла? Окончательно. Можешь не беспокоиться. Казанец! Степан! Так точно, товарищ лейтенант! Ты смотри, какой бравый, а! Какими судьбами? Вам явился, товарищ лейтенант. Ко мне. Компаньер вам нужен? Ну? Так вот он я. Ты смотри. Ну, шо ж, брат, давай. Галя, Галина Дмитриевна, пополнение прибыло. Кто такая? Бригадир Полеводов, начальство. Кто? Хозяйка. А-а-а. Знакомьтесь, гвардии старшина Степан Казанец. Вместе в Германии служили, компаньер. Компаньер, значит? Так точно. Ну, будем знакомы. Галина Сахно. Очень приятно, товарищ Сахно. Степа, Казанец. Прошу к столу. Начальство. А? Хозяйка. А. О. Пошли. Ты что, гости не накормишь? Девчата еще не обедали. Не отощают. У нас на первом месте гостеприимство. Кушайте на здоровечко. Спасибо. Подумать летит время. Три года, а кажется, вчера. Вы, небось, и симпатию свою забыли. Ну, это ты брось, какую еще там симпатию? В ресторане у нас официанткой служила. Неужто не помните? Матильдой звали. О, Матрион, ну так это так, дружба народа, Гутен Морген. И хлебе. Это чего? Люблю вас. Ну, такого не было, буди и хлебе. Я все по дружественной линии, так, генос, комрад. И... Хорош. Хорош. Чего? Борщец. О. Может, еще? Не откажусь. Будя! У нас тут еще едоки имеются. Да ты что, сказила, что ли? У вас тут каждый день люди прибывать будут. Загодя предупреждать надо. Вам что, еще добавки треба? Сытый я? Сытый? Думал, еще возьму, товарищ старший лейтенант. Ошибся в расчетах. Ну да. Ладно, пойдем к Степ. Спасибо. Вещички бросишь в вагончик. Тигра какая-то. Павлин-то? Ну, ты, брат, с ней полегче. А то она побоище устроить может. Ну да. Дело говорю. Она у себя в колхозе ополовник об башку одному парню разломала.
Это кому же так повезло? Не знаю, комбайнер какой-то. Вот я и говорю, тигра. Ну, будь здоров. О, слышь? Андрей Пчелка с трудовой вахты возвращается. Веселый, видать, Пчелка. А ты послушай. Две подружки с пчелкой ходят. Про себя, что ли? Ну. Две девчушки, две подружки, обе две красавицы. Обе две поют частушки, выбирай, кто нравится. У одной глаза сверкают, и другая чудная. Вот она, любовь какая, дело многотрудное. Не печалься, не кручися, кровь у нас не рыбья. Летоста мы сохранимся, к тому времени выберешь. Девчата, девчата, вот девчата, смотрите. Ой, хорошая девчата. Орден. Это не орден, это значит. О! Ну что ж, здравствуй, Степан. С возвращением, брат. Товарищ председатель, объясните, что за новый хлопец? А ну, Чайка, объясни людям, а то ведь до утра расспрашивать будут. А это, девчата, наш новый комбайнер. Как зовут? Звать-то как? Ну, валяй сам. Степан Казанец. Женатый? Да не успел еще. Трофим Григорьевич, забронируйте этого хлопца за мной. Звоняйте, граждане, звоняйте, звоняйте. Товарищ председатель, который запоздавший, могут присутствовать? Да садись ты, дед, садись. Спасибо. Мария. Мария. Здорово. Здравствуй, здравствуй. Дед. Что? Ты случайно не из кооперации? А что такое? Да нет, ничего, дюжа горилкой потянула. Точно. Лихорадка колотить. Принял порцию для профилактики. Ты меня нервируй! Кто на пятом поле работал? Ну и я. И сколько сделал? 13 кругов. Это сколько свалил? 20 га. Маловато. 20 га. Маловато? Точно. У нас же обязательства, Трофим. Да не волнуйтесь, Трофим Григорьевич, все будет в порядке. Ну, доброе. Так, может быть, ко мне есть какие-нибудь вопросы? Давайте, задавайте. Трофим Григорьевич. А ну-ка, Наталь. Про норму, там уборочный план, мы все помним. Я про другое сказать хочу. Ну, почему живем так скучно, а? Концертов нет. Кино последний раз месяц как крутили. Ну что, и дальше так будет? Или как? Да будет, будет, все будет. Я вам таких артистов выпишу, что век будете благодарны. А тебе чего, дед? Товарищ председатель, Трофим Григорьевич, будь ласков, скажи, а что снижение цен на горилку не предполагается? Боюсь, что нет, потому что горилка предмет роскоши. Какая же это роскошь? Вот у нас у кавалерии случай был. Да знаем, дед, знаем. Так это же другой случай. И этот тоже знаем. Садись, не позорься. Чего тебе еще, дед? Я хочу сказать, до чего же нервный народ стал, а? И это все среднее образование. Ну ладно, ладно, товарищи, хватит. Товарищи, если больше нет вопросов, давайте будем расходиться по домам. Ты что, дед? Мария, я хотел тебя спросить. Ну? Может, ты согласна со мной на пару? Одну ночку амбары покараулить? Ты что, сказился? Ни в коем разе. Гляди, кажу, какой. На обоих хватит. Не застынем. Пусти, черт, нахальник. Да не справляется она, Трофим Григорьевич. Готовка невкусная, неряха, пыль на столах. А ты отнесись к ней повнимательнее. Помоги. Добро-то ведь не забывается. Но пока. Андрей! Андрей, поехали! Степан! Да. А вы где остановились? В станице? Да нет, здесь в вагончике устроился. В вагончике? Да не хуже в вагончике. Оно, конечно, не мешало бы найти какую-то старушку подходящую. Так есть же старушка.
Моя мама. Горница у нас свободная, верно? Поживете там, как хотите. Мама за вами присмотрит. Ну что же, я согласен. Мне когда заступать? Говорю, когда заступать? С утра. Один момент, за чемоданчиком сбегаю. Люди что думать станут, Галина? Неудобно вроде казанца постояльцам брать. Ну что ж, спасибо, товарищ лейтенант, за ласку, за гостеприимство, спасибо. Ну, пойдемте, Степа, пойдемте. До утра, товарищ лейтенант. Спокойной ночи. Сослуживец. Это мы с отцом. А это кто? А это мой брат. Ой, не надо! Покажи, покажи, покажи. Ой, да не надо! Чего это у вас? Дарья Архиповна, кто это? О, да это ж Галя маленькая была. Вся в саже вымазала. Ну, это мама была, бедовая девка. Ну, это ж невозможно, до чего бедовая. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь. И у детской кровати. Ой,
Пчелка! Ну? Ты это, вот что. Ты этому новому комбайнеру... Казанцу, что? Ну да, скажи. В общем, пусть завтра в ночную смену выходит. Так там же полный комплект. Переменим, понял? Понял. Вот так. Ничего не понял. Серафим Иванович, а? Просьба одна имеется. Какая? Пойдемте прогуляемся. Чего? Уж больно вечер хороший. Вечерок что надо. Ну так что, пошли? Ничего себе, вечерок. Пойдем прогуляемся. Сейчас только переоденусь, мне через час начнут. Переоденьтесь, Серафим Иванович. Я подожду вас. Павлин, ну что ж, мы до самого деда Сливы дошли, что ли? Угу. Так домой до утра не вернемся. А мне спешить некуда, Серафим Иванович. Тебе, а мне в ночную. Если вы торопитесь, то идите. Я вас не держу. Идите. Идите. Куда? Я, собственно, тоже еще успею. Вы бы рассказали что-нибудь, Серафим Иванович? О чем? Ну, биографию, что ли, свою? Да какая у меня биография? Родился здесь, вырос здесь. Служил. Не здесь, с Казанцом служил. Сослуживец, что ли? Что ли. А-а-а. Да мобилизовался, вот и все. Интересно? Интересно. Очень даже интересно. Ох, как интересно, Серафим Иванович. Черт. Ой, да поздно уже, Серафим Иванович. Пошли домой. Да, ну, говорю, конечно, поздно. Пошли, пошли. Пошли, пошли. Ой, склизко. Ой. Ты чего? Лоскотки боюсь. Ладно, шуметь-то. Сама знаю, открывать когда. Каждый день одно и то же, одно и то же. И куда торопятся, сами не знают. Как будто подождать не могут. Подумаешь, чуток раньше, чуток позже. Ведь ничего ж не изменится. О, народ пошел, а? Заходи, хлопцы! Здравствуй, Варенька! Привет! Пиво свежее? Свежее. Пару кружечек. Будь сделан. Извиняйте, братья! Ум, я для тебя. Что, извиняйте, подождать не можешь? Удивляюсь, никакого уважения к пенсионному возрасту. А при чем тут возраст? Я же тебя, дед, просила, чтобы ты ко мне в этой шкуре не попался. Да, точно. Налила бы ты мне, Варенька, 100 грамм беленького. Сам знаешь, с утра не положено. Но мне же с вечера амбары караулить. Все равно не положено. Наливай пиво. Вот то можно. А туда? А то нельзя. Нельзя. Вот так. Куда ты, черт несет? Так вот вы какой. Дед Слива. А я, хлопчик, тебя что-то не припомню. Ну, это не беда. Зато мы про вас очень хорошо наслышаны. Кто это мы? Друзья Гришины, муж Варвары. Я в отпуск еду. В
Варваре письмо от Гриши привез. А письмо, видать, недоброе, Варвара. Гляди, какая злая. Да что ты, дед, я письма еще не отдавал. Нет, почему? Не, не к спеху. Подожду, пока народ разойдет. Эй, паря, долго тебе ждать. Варвара! Да что тебе, дед? Иди сюда, тут дружок твоего Гришки дожидается. Здравствуйте. Здравствуйте. А я вам письмо от Гриши привез. Ой, ты что же молчали? Ой. Чего ты? Обрадовалась. А? Пейте пивко. Свежее, чистый живой. Пейте. Ну, как там наш Гришка? Своих станичников не подводить? Ну, что вы. Он у нас отличник боевой и политической подготовки. Весь бать. Ух, у него батька такой рубака был, ужас. Между прочим, тоже из кавалерии. Да ну. Точно. Ой-ой, дед. Доброе утро. Давай солью. Да, не стоит затрудняться. А, ничего, ничего. Второй раз родиться можно. Ох, ласкотно. Солнышко вас, граждане. А, Дарюшка, у тебя уже и самоварчик готов. Налила бы ты мне... рюмочку чайку. Никак на базар собрался. Угадала. Но толку из них окаянных, но никакого. Да какой же толк от такой дохлятины? Дохлятина. Вот чего же и продаю. Дед, а дед, какие новости в столице? Да никаких. Есть, правда, одна невеликая новость. Но думаю, что, товарищ бригадир, это вам будет неинтересно. А может, интересно. Боюсь, что вы в поле без обеда останетесь. Это почему же? Стрепуху встретил. Стрепуху? Ну и что, стрепуха? Встретил я, значит, стрепуху. Идет как-то боком, закутанная вся. Я говорю, паушка, что с тобой? Она говорит, лихорадит меня что-то. К доктору иду. И пошла. Ой, Галина, ты поговорил с ней, слово какое теплое сказал. Все же стрепуха у тебя. Стрепуха. Когда к нам появилась, я уже подолом метет. Это в каком же смысле? Да в том самом. Ну зачем на молодую женщину напраслину возводишь? Зачем по-бабски рассуждаешь? А что ж мне по-мужски рассуждать? Слышал я, женщина, она порядочная. Сказала бы я, но воздержусь. И напрасно, между прочим. Вот когда я воздержусь, чтоб у меня настроение делалось такое поганое. Дарюшка, давай мне что-нибудь горяченького. А то от этого чая у меня прямо в холодную дрожь бросает. Да пей чай старой водкой, по праздникам угощаем. По праздникам. А между прочим, у стрепухи должна быть лихорадка. Должна. Это почему? Сторожу я тут третьего дня у амбара. Слышу смех, шутки у протоки. Гляжу, двое. Одна по голосу, видать, павлина, а другой голос не подает. Но по фигуре чайка. Чайка? По фигуре. Правда, луна вперемешку с облаками, но по фигуре чайка. Ну и что они там? Они там купались. Вода холодная, с гор идет, они купаются. Да че тебе не пригрезилось, дед? Так вещественное же доказательство, к доктору уже пошла. Врешешь, дед, там и перехода нет. Чего их протоки понесет? А вот чего не знаю, того не знаю. Но спасибо, граждане, за чай, за сахар. Может, было бы покрепче. Другим разом? Другим разом. Ну, бывайте, граждане, бывайте. До свидания. Слыхали, мама? Вон они какие смирные-то. Благодарствую. Ох, Галю, ты с твоими переборами не иначе, как старых девах останешься. Опоздали, мама. Нашла чем похваляться. Не хочу под мужиками ходить. У тебя уже и равноправие маловато. А у них равноправие до ЗАГСа, к тому же мои запросы выше. Доченька, у нас все запросы одним кончаются. А вот чайка... Ай, да не говорите мне о чайке, мама. Едва стрепуха появилась, куда там? Сам в котел готов залезть. К тому же купания ночные. Нет, мама, не прощу я чайки.
Баба, баба, глядите! Чего? А дед это чудно! Хромота! Господи, да кто ж такие? Сектанты, небось. Чего ж ты, красавица, почем начинаешь? Может, я этих курей даром отдам, если ты мне понравишься? Да? А разве я могу еще нравиться? А чего же, с тобой можно на край света податься. Дедушка, а что это вы меня все время на ты называете, а? Очень уж ты привлекательная дама. Да? Жак, слышь, а ты заставляешь меня худеть. Ни в коем разе, не худейте. Хорошего человека чем больше, тем лучше. Сдачи не надо. Жак, забирай куры, пошли дальше. Спасибо, папаша. Пожалуйста, для женского пола нам ничего не жалко. Кушайте на здоровье. Чего же бабы пронырливые бывают, а? Не то, что с ночи. С утра нашего брата мужчину волнуют. Ну, возьми эту Галину Сахно. Ну, что ей надо? За ней же такой знаменитый бригадир ухаживает. Сам Серафим Чайка. А она за этим новым комбайнером охотится. Сегодня с утра его было полотенчиком белым обтирала, за ушками шекотала и все прочее остальное. Да ну. Да не бреши, дед. Ты про прочее не заливай. Ну то, что мыло, то еще не доказательство. Не доказательство, а то, что про свадьбу спрашивала, где и когда, и это не доказательство. Не может быть. Да вот тебе крест. Ой. Не, я так скажу, казанец человек видный. Видный. Но что вам не хватает? Он человек демобилизованный, и в нем не хватает вот этой деликатности. А так в порядке. Иск, слыхала? Нет. Галинка наша Чайки отвернулась, на нового комбайнера глаз положила. Неужто правда? Дуреха! Люди-то зря чесать языками не станут. Ой, прям даже не верится. Здорово, деду. Здорово. Кружки! Серафим, выпил ты из горя, шо ли? Ты это с какого же? В память о своем дружке Степане. Ты шо? Господи, и до чего же мелкие пошли казаки? Ни веры тебе, ни совести. Он же знал про твои дела с Галиной. Что же она ей обхаживает? Божится, что без нее жить не может. Со всякой лаской к ней тянется. А ты видал? Видал. Не то, что видал, а даже любовался любовными играми. Брешешь, дед! Вот тебе крест, не брешу.
тобой, Серафим. Опомнись, Серафим. Серафимушка! Налей-ка. Я Варенька. Все время только об тебе, об одной и думаю. А в ночь субботы на воскресенье сон видел. Будто идем мы с тобой по нескошенному лугу. Идем молча, не спеша. И до того нам хорошо, что сказать даже трудно. Вдруг ты остановилась, крикнул «догоняй!» И как пустишься бежать, я с тобой. И кричу «стой! Все равно догоню! Стой! Слышишь, Варвара!» И совсем уж было догнал, только чувствую, тормошит меня кто-то. Открываю глаза, а надо мною старшина стоит, срочник, дежурный по казарме, и говорит мне: в одиночку противника преследовать надо молча, дезориентировать его и не открывать место своего нахождения. А еще лучше выйти ему в тыл. Варюшенька, Варвара, знала б ты, как жду я не дождусь и отпуска своего. Я даже стишок написала. Сердце стосковалося по родным краям. Недолго мне осталось. Скоро еду к вам. Так цвети ж, черемуха. Отцветай скорее. На побывку к Вареньке еду я своей. Если тебе стишок понравился, я продолжение сочиню. Ну, до свидания, голубка моя ясноглазая. Скоро у нас отбой, и надо спать ложиться. Целую тебя крепко, твой Григорий. Ну, че реветь-то? Девки, народ странный. Беда случится, ревем. Счастливый тоже ревем. Да, вдруг его кто-нибудь отобьет. Ты знаешь, какой он видный. Да будет. Будет чепуху болтать. Ha ha ha!
Разговор есть, старшина. Больно времени подходящее, лейтенант. В самый раз для нашего разговора. Пошли. Короче, старшина, съезжай с этого двора. Ты что ли хозяева метишь? Ну, это не твоя забота. Ты пришел и ушел, а тут люди постоянно живут. На два фронта играем. Что? По ночам в протоке купаешься? Ну, было, провожал девку. Тонуло, спасал, конечно. Посмеялись почему? Щекотки боится. Дал бы тебе один раз, чтоб не приставал к кому не надо. Это тебе надо врезать. Живут же люди, так не отлезут. Явился стервец. Я стервец? Ты пьешь, что ли? Всю станицу обошли. Все его приветствуют. Ночками любуются. Варя! Варю! Что тебе? Поздно уже. Блин. А что, если нам казанца пригласить? Зачем? Ну, так просто, в гости. Не надо, Варь, не надо. А чего же не надо-то? Посидим, чаю попьем. Ты вот только свой характер не показывай. А за Гриню ты не беспокойся. Уж он найдет, о чем с казанцом поговорить. Варь, ложись на меня. Нет. У тебя есть? Нет. 70. 70. Ну-ка, нету. Нет. Павлин, у тебя? Нет. Нету. Мимо. Мимо. Павлин, мимо. Ну. 55. Ну. Мимо. Мимо. Сейчас будет. Лашек нету. Барабанные палочки. Опа. Мимо. Да как же мимо? Вот же. Мимо. Барабанные палочки. Ну. Действительно, палочки барабанные. 98. Полковник Казанец, случайно не родственник тебе? Да нет у меня таких родственников. А вы с ним и не похожи. Он маленький такой и лысый. Мало ли случаев. Дай, думаю, спрошу. А ну, конечно, всякое бывает. Да. 86. Ой. Чудно. И как-то раньше артиллерия на конной тяге была. Во скорость, а! Да, нынче тяга другая. Не лошадиная. Не. Да. Ой! Хрень, ты бы что-нибудь новенькое рассказал. Ну, там, про какие-нибудь ракеты. Вот, про ракеты нельзя, это военные тайны. Выйди. Куда? В другую комнату. А потом? Потом, потом, потом. Да. Гринь, а ты б нам пластинку какую-нибудь поставил? Правда? Чего это мы без музыки сидим?
15. Варя, чего ставить, а? О, ничего без меня сделать не может. Я сейчас. Чего ставить-то, Варя? Да любую, Гриня. Любую. Любую, Гриня. Любую. Тут Павлина Григорьевна, председатель, все дознавался. Спрашивал после уборочной, тут останусь или подамся куда. Хату обещал поставить, участок выделить. И что ж вы ему ответили? Такое с плеча не решишь. Вот думал посоветоваться. Я ночью не сплю. А кто ж вам спать не дает? Ехал сюда, думал, поймем друг друга. А нет, не вышло. А вы что, на разных языках с Галиной разговариваете? Не к ней я ехал. Ехал не к ней, да прописался у нее. Временно. К тому ж по ночам в протоках не купаемся. А кто ж купается? Может, приснилось деду? Мало что ему померещится. Мерещится. Купались, не купались, это ладно. Всякое бывает. Только я так думаю, Павлина Григорьевна. Не тот мужчина, который каждый раз попрекает, а наоборот, кто простить найдет в себе силы. Так сильно любил.
Чего вечерить не пришел, Степа? Да сытый я. А молчишь чего? Говорить не о чем. Да ты что? А что? Ты что ж, не любишь меня? Нет. Брешешь. Ты, может, какие слова понежнее знаешь? Врешь. Вот это более подходящее. Да любишь. Знаешь, что любишь. А толку? Тебя кто полюбил? Истукан? Пугало огородное? Человек тебя полюбил. С руками, с ногами. Вот именно, с руками. Ну, в общем, если согласна, давай поженимся. Поженимся. Один раз пришел. Давай, хватай. Не то девка, не то вдова. Слова не спросил. Да что я тебе? Медведь и тот ветку пробует, прежде чем сломать. Сказал же, виноват. Небось, бригадир, что другое обхождение. А тут кухарка, стрепуха. Что тесто, что сама. Давай, лепи. Павлина. Нет, Степушка. Кто-то сбрехал, а ты поверил. Что ж ты ему ответил, Степан? О чем это ты? А помнишь, сказывал, председатель остаться уговаривал, хату поставить обещал. Так просто не решишь. А ты бы посоветовался? Не с кем. Подамся я отсюда. Далеко. Кубань большая. Чем же тебе эта станица не подошла? Тесно тут. Нам тесно. Так уж и тесно, Степан. Склонилась и... Ой, погоди-ка. Да чего ты? До самой реченьки ей тоже хочется на быстрину, а на Слушай, Андрей, сейчас, между прочим, случай был. Ой, да знаю. Нет, это же другой случай. Тоже знаю. Склонилась тонкая, как небо чистое, но одиночество непревозмочь. Ах, ива, ивушка, коса пушистая, как мне красавица тебе помочь. Ах, ива, ивушка, коса пушистая, как мне красавица тебе помочь.